Всем доброго времени суток. Кто еще не подписан на канал, обязательно подписывайтесь. Ставьте палец вверх. Всем приятного просмотра. Кадры еще летние, поэтому, пожалуйста, не обращайте внимания. Хвостик еще не такой распушенный, не такой зимний. Сейчас Микуся гораздо красивее, гораздо пышнее, ярче. Ну, как бы там ни было, кадры-то остались, и хочется вам их показать, конечно же. А достаточно часто спрашивают, почему у Микуси нет мячиков там или еще чего-то, да? На самом деле мячиков у него достаточно много. Лиса со мной не будет. Не один, не два и даже не три. Но он их как-то не очень любит. Ему гораздо интереснее играть с тапками, и любой украденный тапок в 100 раз ценнее любого мячика. Но мячик, который вы видите сейчас на экранах, полюбился ему особенно сильно. Он, наверное, один из самых таких больших долгожителей. Просуществовал он примерно 2 или 3 дня, после чего Микуся расправился и с ним. Но если вспомнить про другие какие-то его мячики, да, игрушки, то от них не остается и следа. Одни маленькие-маленькие кусочки, даже если это специализированный плотный каучуковый мячик, шарик, он расщепляет его на мелкие фрагменты, и буквально день держится этот мячик. Но с этим мячиком, повторюсь, он так хорошо играл. Целых 3 дня спокойствия и тишины было в доме относительно. Так наигрывался, набегивался, что потом падал без задних лап. Ну, вы сами сейчас можете это видеть. Такой безмятежный сон после долгой игры. Но любое малейшее движение, любой шорох, и Микуся снова с нами. Он слышит абсолютно все и всегда. После небольшого перекура, передыха, можно снова заняться любимым мячиком, любимым шариком. Снова грызть его, ломать, скакать, прыгать, беситься. Собственно, именно этим он сейчас и занимается на ваших экранах. Медленно, но верно уничтожает новую игрушку. Дальше играть. Ну вот активная игра снова сменяется безмятежным сном. На этом сегодня все. Я прощаюсь с вами. Желаю всем крепкого здоровья, удачи всегда и во всем. И до скорых встреч!